У нас есть вот такая заготовка в виде рыбы. Чтобы краска была ярче, мы грунтуем поверхность. Грунт обычный, акриловый для всех видов поверхностей. После того, как загрунтовали, нужно подождать, пока полностью высохнет. Теперь наметим рисунок. Один из крючков у нас будет выступать в форме глаза, поэтому мы его обводим. Так как рыба в африканском стиле, мы наносим на нее стилизованные рисунки графические из простых форм. Треугольник, квадрат, прямоугольник, круги и так далее. Будем раскрашивать в яркие, насыщенные африканские цвета. Если даже мазки получаются не очень аккуратны, в этом нет ничего особенного, потому что мы имитируем, так скажем, живопись древних народов. Поэтому если даже где-то будет немножко неаккуратно, это даже хорошо. Рисунок закончен. Нужно дать ему полностью высохнуть и затем покрыть это все лаком, чтобы наша вещь была долговечная. Мы берем крючки двух видов. Один крючок прикрепляем на задуманное изначально место. Три маленьких железных крючка будем вкручивать. Композиция у нас получилась яркая, красочная. Теперь ваши ключи всегда будут на месте. Damn, oh my God. Zumba, yeah, yeah. Zumba, yeah.